украинское видео. В данный момент находимся в центральном Лондоне, строим одно из зданий, это будет отель. И хотел бы показать, чем данное здание будет уязвимо от огня в случае какого-то пожара. В связи с последними событиями в Лондоне, кто новости смотрит, знает, произошел инцидент. Сейчас мы находимся на третьем этаже, и хотел бы сказать, что все 7 этажей данного здания сделаны из деревянных блоков. Всего лишь самый нижний этаж сделан из бетонных стен и кирпичных блоков. А вот все остальные этажи с таких вот деревянных секций по всем 3 блокам. Вот видим эту деревянную секцию. Вот она идет в данном блоке. И вот, как видим, боковую часть уже, где блок заканчивается, так же само все из дерева и уже до выхода. Так что такие вот дела. Как видим, здание не есть особо безопасным в случае какого-то пожара. Все, всем спасибо за внимание, до связи.